Всем привет! Чтобы ваш новогодний стол был самым необычным, предлагаю идею оформления закуски в виде маленьких елочек. У яиц срезаем часть донышка, что придаст им устойчивость, и разрезаем пополам. Аккуратно вынимаем желток. На маленькой терке натираем твердый сыр и 2 зубчика чеснока. Желтки выкладываем в тарелку и измельчаем, можно их потереть на терке. Добавляем чайную ложку горчицы, чеснок и немного майонеза. И все хорошо перемешиваем. В другой тарелке измельчаем кусок консервированной горбуши. Можно заменить другой рыбой. Выкладываем к яйцам, добавляем сыр и майонез. И снова все перемешиваем. Выкладываем начинку в белки, создавая образ елочек. Укропом покрываем нашу начинку. Можно положить буквально несколько штук, но у нас любят укроп, и я покрываю полностью, чтобы получилась густая елочка. И украшаем зернами граната. Наша закуска «Маленькие елочки» готова. Получается оригинальное и красивое блюдо, которое будет шикарно смотреться на вашем праздничном столе. Такая закуска сохранит свой отличный внешний вид на всю новогоднюю ночь. Всем желаю приятного аппетита и замечательного настроения. Кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока!